попал! Да, на нее прилепил! Да ладно! Ну? И его тут нет? Я же не могу быть. Я, кстати, вообще не знаю, какие тут спавны в этом китайском квартале. Я минимальное количество раз здесь был. Вообще минимально. О, там челбич, по-моему. О, ну чела слышу уже. Но мебели тут дохуя. Так. Вот так. Я не понимаю, просто... фигню, то одно оружие заряжено, то нужно будет самому перезаряжать. Это как-то странно. Типа через раз оружие. Реально странно. Так. Не, давайте сундук откроем, потом уже посмотрим. Так, оно сверху, значит. Ну ладно, и там большое, поэтому как бы не жалко. В центральном дереве бывает иногда сундук. Но я поэтому, в принципе, туда и прыгнул. Потому что я... вот там я знаю, что там сундук есть. Поэтому я в эту сакуру прыгнул. Так. Дигл нахуй мне нужно. А вот гранаты, наверное, пригодятся. Поэтому... высоко падать. Вот так невысоко. Hello. Maybe one more chest. Не, по-моему, сундуков тут... в этом домике больше, по-моему, нет. Тут, по идее, где-то еще торговый автомат должен быть. Вот здесь где-то он, по идее. А где... его нет, да? Не заспавнился? Эй! Эй! Да, не заспавнился. Не, неплохое место, в принципе. Очень даже неплохое. Но... безумно скучное. Вот что я могу сказать. Хочу мясо постоянно, но... да. Мясо, видимо, мне не видать. Все. Эта хуйня отменяется. Да, дядя. Уйди отсюда, пожалуйста. Спасибо. Найс. Дайте, пожалуйста, тактический дробовик, а то мне неохота с серым ходить. Чё он сюда прибежал? Я не понимаю. Мне интересно узнать у него, почему он решил именно сюда побежать. Стрим-снайпер? Или шо? М? Пойдем на мост. Вот на мосту, кстати, сундуки есть, по-моему. Скины можно продать? Ту же да, чуваки, можно будет скины продать, но всего 3 скина на весь аккаунт. То есть вы только 3 раза сможете скины вернуть. 2 сундука, неплохо. Поэтому пользуйтесь этой функцией с умом. Вау! Это классно. Let's go. Бля. Ну, вот знаете, вот ходишь ты такой, вроде, хочется постреляться с кем-то, хочется вот этого движа. А ты понимаешь, что все просто там зоне тусят где-то. Вот 3-4 выживших. Даже первая зона до сих пор, ну, не закончилась. Она только сейчас началась. Это безумно быстрая игра, но... я поэтому постоянно люблю мясо подать, но... в мясе всегда из крайности в крайность. Либо ты сразу соснешь хуй, либо ты нереально потно сыграешь и будешь пиздец тащером. Вот, а вот среднего не дано, что типа ты втихаря, как ты там отыграешь, допустим, в Tilted Tower. Все будет у тебя заебись. Такого там нет. Понял? Так, ага, а тут не ставится, значит, я могу разъебаться? Нет, повезло. Здравствуй. Кто у нас тут? Понял. Не очень. Гранатомет.
Я, конечно, могу сделать сейчас ошибку. И моя острота в пизду пойдет, поэтому я решил поступить именно. Извиняюсь, без снайперки обойдемся. Будет у нас вот так. Будем только так ебашить. Только на ближнюю. Без дальнего чего-то. Синий тактикал или тяжелый? Синий, конечно. Они по дамагу практически одинаковые, но синий намного быстрее, поэтому, естественно, синий. Я, наверное, только могу обменять, если это будет... не знаю. Вот если у меня будет зеленый тактический, то я тогда я возьму вот этот тяжелый. Но если у меня будет синий, то я оставлю синий тактический. И ничего не буду менять. Надо для себя запомнить, просто я раньше не знал особо, какую разницу в дамагах у них. Зато теперь буду знать, как ебашить. И все. Заебок. Блядь, какая у тебя клавиатура, какую ты мог посоветовать, просто у меня сломалась. Братан, я, к сожалению, могу посоветовать только дорогое, потому что я, типа, ну... У меня Razer Arnata Chroma. Вот. Но ты можешь купить, в принципе, обычный Razer Arnata. Она пиздатая. Я, наверное, хуйню сейчас сделал, но похуй. Ну реально, чисто порофлить, окей. Чисто порофлить взяли и все. Чисто порофлить. А у нас есть тут люди? Или это вначале они упали здесь? Ку-ку всем. Ку-ку. Что такое, чуваки? Это новый предмет. Бомба с вантусом. Цепляется. Ну это липучка, прилипала называется. Прилипала. Это улучшенные гранаты, короче. Порт и порт. Я очень надеюсь, что там чувак есть. Пожалуйста. Нам нужно реализовать эту нашу гранату. Понял? Зона у меня. This is... Отлично. Ну-ка. Давай-давай. У нас дерева мало, на самом деле. Очень мало. Два фортепорта? Так. Это уже интересно. Синий тактический. Пизда Тилте Тауэру, блядь! Прям туда летит. Не идем туда в Тилте Тауэр, все. А не хуже комета ебанулась. Где люди? Hello? Where are you, my friends? Опа, там чувак убежал? Или мне показалось? А, не показалось. Ну чё, попробуем бомбу липучку сейчас завязать. Прилипало, вон. Тихо. Делаем вид, что мы не видим ее. А где-то баба только что была. Куда она исчезла? Оставься. Она в дом, да, зашла? Вот сейчас она в дом зашла. Сука, хочу эту бомбу на нее нахуярить. Где же она ныкается? Ладно. Оставим ее в покое, в принципе. Пусть сидит, тусит там. Ну-ка. Ну, у нее странный рейндж, на самом деле. Я не знаю, как этим предметом нормально целиться можно. Вот эту мадемуазель я бы хотел там выкурить. И чисто на ней потратить эту новую прилипалу. Ладно, сиди там. Мы пойдем поближе к тилту. Я так понял, любишь играть в крысу? Играть дальше. Это тактика для пидоров. Блин, как настоящие мужики ебашит. Тут тилтов людей есть. Это 100%. 100%. Я вам самое главное подтверждение, что люди есть рядом с Тилте Тауэр. Я иду в Тилте Тауэр, который только что, блядь, кометой могло снести. Так.
Блин, а прикиньте, на самом деле было бы классно, что вот будет всего одна катка, допустим, вот когда выйдет четвертый сезон, будет всего лишь одна катка, в которой реально комета упадет и всех убьет, кто был в Tilted Tower. Ну это было бы реально классно, согласитесь. Ты такой играешь, играешь, хуяк кометы, все, тебе пизда. Только, только единственное, и только 100 человек, кто успели это лицезреть, они увидят это и поучаствуют в этом. Только в одной катке это все будет. Это было бы классно же. Да ты че, еб***ся? Хочу еще сказать. Пончик, здорово, спасибо огромное за 100 рублей, здорово, братан. Спасибо огромное за поддержку, ку-ку. Спасибо огромнейшее, братан, за 100 рублей. Почистите дрэчик людей в тилте с этими вантусами. Сейчас, чуваки, найдем. Если видите, сразу пальцем показывайте на монитор. Я сразу увижу, куда нужно. Ну, зона пиздец. Блять, ну. Вот если она сейчас в Tilted Tower будет, ну это пиздец. О. О. Так. Я бы трубку курил, если был вантусом. Во. Да, на нее прилепил. Ну блять, я на нее прилепил, ебать, вак. Тупо вак на нее прилепил. Тупо на нее прилепил. Ебать. Неплохо. Но она долго очень взрывается, заметили? Очень долго. Я чуть не отлетел только что. Я чисто хотел, думал, сейчас взрывом отлетит красиво и все. Так, а мы... Подождите, тут же еще этот, скар был. А, вот. Скар! Ребята, где там перестреливались? Hello? О. А, показалось. Бля, лол, реально показалось. Я думал, там человек сидит. А где они тогда перестрелились? А, во. Тихо. Понял? Нормально поймал. А чё у всех фиолетовые снайперки? Я не понял. День фиолетовых снайперок сегодня? Слушайте, я как бы... Ой, зона, не-не-не. А, успею. Быстро завязаю. У меня 3 пада есть. И просто... Новая граната, просто имба. Но если попасть, братан, видишь, я еле-еле как-то попал. Типа, мне повезло. Уу! Зона сделает кусь. Я зоны не боюсь. 3 пада, дядя. 3 пада. Ебать, чуть не отлетел. Я ж поставил. У меня что-то перестало получаться вот так быстро все это ставить. Дядя. Батут разместить не мог, что ли? Бедняга. Бля, весь лут. Так хочется этот сочный лут взять, это пиздец. Нужно быть на стороже, будет просто аккуратно, максимально. 6 человек. Маленькая зона. Чуть-чуть, кстати, зона, по-моему, будет, ну, чуть-чуть в городке, чуть-чуть совершенно. Нам не помеха. Блядь! Ты в зоне. Пиздец, у меня дробовик залагал. Я ебал. Нормально залагал. Кстати, очень плохой размен. Лучше сначала броню выпить, потому что она быстрее восстановится. А жить ты будешь намного, типа, дольше. Ну, типа, смотрите.
За 80. Хорош! Ты уже много задонатил, не надо! Чей сегодня в соло катаешь? Где все? Да я недавно только начал, братан, сейчас пока буду ебашить. Спасибо огромнейший, пончик огромнейший за 500 рублей, братан. Спасибо за поддержку. Не надо, дядя, ты уже дохуя вчера накидал. Или это позавчера было? В любом случае, спасибо огромнейший. Братан, спасибо. Но не нужно уже, все, хватит. Надонатил ты уже много. Спасибо за поддержку, нереально, пончик. Спасибо. Спасибо. Так. Три человека. Ни одного пока не вижу. Может, хотя бы один в кустах где-то сидит, выжидает нас. Оп, пингует, нормально. Так, а пакет лосс не вижу. В своих башнях, что ли, засели? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Поближе, аккуратно надо подбираться, это самое главное. Все, я как бы в зоне. Меня ничего не ебет. Даже повыше поднимусь. Бля. Все, в принципе, нормально. Не особо высоко и не особо низко. Так. Три человека. О! Хотя, подождите. А, он вниз ебашит. Он полностью пробивает. Тогда быстро спускаемся. Нужно максимально быстро спуститься, чтобы не отлететь. Короче, там с ракетой. И по идее... Дядь, да заебал ты. Он мимо попадает. А, ну потому что прыжки ебашит. Вот весь тавр слетел. Давай посидим так, окей. Вау! Нифига себе, спасибо огромнейший Кикистан. Спасибо, братан, огромнейший за хостик. Все, давайте затащим за Кикистан. Тихо, дядя. Спасибо огромнейшее. Спасибо огромнейшее за хост, нереальнейший, правда, спасибо. Блядь, а где по сцене, я не понимаю. Это-то ладно. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, дядя, тихо. Бля, я реально не знаю. Вообще, тихо-тихо играет. Это-то ладно меня обстреливает. Вот до сих пор он этим занимается. Вообще не лень ему. А-а-а! Сейчас бы дерево кончилось. Блять, я понял. Это как? Чего, блять? Я понял. Короче, спасибо. Спасибо тебе огромнейшее, что ты его ёбнул, братан. Спасибо, реально. Эх, ладно. Очень плохая ситуация, безумно плохая. Костров нету, вообще ничего нету и пиздец. Я сейчас засру. Зона у него. Эх, пиздец. А, он думает, что я там, понял. Он меня спалил. Да ты че, ебаться? Ну, пиздец. Бля, дядя, спасибо огромнейшее, но ты не вовремя. Джонни, ты должен тащить. Бля, братан. Было сегодня на стриме 50 на 50, попробуешь режим. И братан. Да, кстати, когда ракет лига. Братан, у меня руки нереально трясутся. Не-не-не. Бля, плохо. Блять, ну что делать?
Он просто зарылся нахуй сверху. Бля, пиздец, не... очень плохая позиция. Он видит, что у меня брони нет. Бля. Ёб твою мать! Серьезно? Серьезно, бля? Бля! Пиздец! Ёбаный рот! Пиздец! Это реально вообще, блядь?